Друзья, хочу вам показать свои зацветающие петунии. Сегодня у нас 4 апреля, на улице идет снег. Это опера Raspberry Ice, а вот это большая крупная петуния, это Johnny Flame, сантиметров 10 в диаметре цветочек. Я наконец-то сделала монтаж видео, которое снимала 24 марта. Прошло 10 дней, сегодня 4 апреля. Вчера я снимала видео, как я опять обрезаю петунии. Я их соединила в одно видео. Получилось у меня видео длительностью, получается, минут 15 будет. А перерыв между этими съемками 10 дней. Если кому интересно посмотреть, всем приятного просмотра. Друзья! Сегодня собираюсь обрезать растения, которые я сеяла 23 января. Я их распикировала в 0,1 литр, пересаживала с 0,1 вот в такие стаканчики технические. Это растения, которые посеяны из самосборных семян, в основном самосборные семена. Я сейчас их буду формировать. Видите, вот какая наросла. Вот такой вот кустик. Это у меня опера Raspberry Ice. Надо все пообрезать. Пересаживать я их не собираюсь пока что, потому что у меня места мало. Никак стеллаж не сделаю второй. Точнее, уже третий. Вот. Раз, два, три. Вот так вот. Ну, в принципе, как по краю горшка. Стаканчика. Так и буду обрезать. И... из этих пазух пойдут, они уже лезут вон, видите. И таким образом, вот так вот я все их сейчас пообрезаю. Это у меня Coral Crush. Shock Wave Coral Crush. Их бы, конечно, пересадить надо, больше объем. Но я пересаживать их не буду. Shock Wave Coral Crush. Красивая петунечка. Сейчас мы их пострижем. И они еще постоят у меня здесь. Ну вот, я постригла. Но хочу сказать, что им нужен большой объем или хотя бы расстановка. А у меня места нет, чтобы этот большой объем поставить потом куда-то. А расстановку тем более. Пока что недельку они потерпят. Потом я с ними разберусь. А этот вот лес густой, тут у меня всякое. И ред. Кустовая лимончелла, фернандо, я так понимаю, кустовая. Есть сурфиния, но сурфиния это ампельная. Сейчас я ими займусь. Это у меня самые маленькие петунии, которые были. Они все посеяны в одно время, но какие-то росли быстро, а какие-то не очень. Вот эти самые мелкие. Точнее, еще есть мельче, но там кустовушка совсем маленькая. Крейзи тунию я постригла, но у нее такой компактный кустик, что я ее не буду укорачивать, она так и растет компактненько. Она вот получается, как бы шапочка будет цвести. Вот такая пышная она получилась. Ночное небо. Тут более голое получилось. Surprise Sparkling. Тоже голенько получилось. Они обрастут. И с них еще можно будет взять черенки. Вот эти все петуньки я сегодня постригла, на укоренение взяла черенки. В следующий раз я их буду стричь, возможно, опять укоренять буду. А может быть и нет, просто прищипну и все. Покажу вот такую петунию еще. Это опера белая. Она очень такая полкастая, но будет пушистая. Я, конечно, не совсем спец еще пока по формированию. Но кое-что уже понимать начала. Вот учусь делать... компактный кустик. Компактный и цветущий шапочкой. Ну, как-то вот так у меня получилось. Более такая компактная макушечка получилась у нее. И я думаю, что вот эти все маленькие начнут обрастать. И будет пушистый кустик. Вот такие вот череночки у нее. Буду сейчас ставить, укоренять их. А вот эта петуния двухцветная из самосборных семян. Я ее давно уже не чиркала.
Сейчас я ее всю постригу. Сделаем так, что у нее с середины все будет пушистое. Оставлю по два листочка, оставляю. Вот они оттуда лезут. Два листочка. И убираю. Вот такой кустик получился. Это у меня сильвер из самосборных семян. Тайдал сильвер. Так я делаю первый год. За мной можете не повторять. Но мне интересно, что получится. Пушится хорошо. Вообще-то он. А вот макушка у него не растет. Совсем в высоту не растет. Только боковушки растут. Вот такой вот голенький получился. Красота. За мной можете не повторять. Потому что это я у меня как эксперимент. Вообще все вот эти петунии я посеяла как эксперимент. Что из них получится, я не знаю. Поэтому я сейчас так их формирую. Вот видите, опять какой компактный кустик получился. Но там уже будет вот по две веточки. И они будут ветвиться. Более компактный кустик вот здесь будет. После стрижки я их поливать не буду. Не два. А после этого я полью их водой. А через какое-то время увижу, что они начали обрастать. Я их подкормлю. Помогу им комплексным удобрением. Вот такой компактный кустик получился. 24 марта я снимала видео и никак не смогла еще сделать монтаж, чтобы его разместить. В это время у меня уже все петуньки, которые я обрезала, обросли. Вот эту петунью я не обрезала 24 марта. Вот она такая стала у меня в 3-литровом горшке. Вот эта петуния сильвер я обрезала. Ее видно, что она чуть поменьше. Все равно обросла хорошо уже. Это Джонни Флейм. Они такие не очень крупные. Это в литре. Это в 3 литрах. Буду сейчас их опять обрезать. 10 дней, они опять уже наросли. Вот чем я и буду сегодня заниматься. Я их обрезаю не для того, чтобы, например, черенковать, а для того, чтобы сформировать. Потому что вот такой вот клюшечкой. Ей, во-первых, рано цвести. И я хочу, чтобы вот здесь был у меня пышный-пышный, компактный вот здесь кустик. Поэтому я сейчас буду все обрезать. После того, как я обрезала их, я их подкормила не сразу. А когда поливала, например, когда был мне нужен полив, я их все подкормила универсальным удобрением. В принципе, можно было для наращивания массы, а я универсальным. Обрезаю я вот так вот произвольно. Вижу, где у меня не нравится, где торчит, и я обрезаю. По краю горшочка в основном стараюсь сейчас уже обрезать, потому что я в тот раз обрезала совсем голенькие, оставляла. А сейчас уже ближе идет к весне, поэтому буду обрезать по краю горшочка. Эта петунья называется Shockwave Deep Purple. Вот так я ее обрезала. Немножко подрыхлю. Сейчас уже можно пальчиками прям подрыхляю. Вот так вот рыхлю грунт. Он внутри влажноватый, но не сильно мокрый. И вот это все, что я срезала, я вот это все буду сейчас череночки ставить, потому что у меня ее мало оказалось. Показывать я вам, наверное, не буду, как я все это чищу. Сейчас все это почищу, поставлю коренять, потом покажу, что я сделала. Вот что я люблю, так это черенковать, ставить на укоренение, но когда они начинают расти, начинается головная боль, куда бы их все расставить. Пока я не снимала вам, не показывал видео, муж мне сделал стеллаж на лоджии. На лоджии уже тепло. Я на ночь кое-какие растения перенесла уже на лоджию, как-нибудь засниму. На ночь оставляю их там. Уже совсем переехала, как в тепличку переезжаю, то я на лоджию переехала. Но не все еще пока перенесла, потому что кое-что надо пересадить. Тогда я уже перенесу. Все не получится перенести. На все там места не хватит. Скорее всего, я вот укореняю, больше укоренять уже не буду. В прошлом году я записи вела. Не видео снимала, а запись вела.
по записям ориентируюсь. Я их укореню, вот этих, и достаточно. А вот и итог моего черенкования. Петунечки, немножко хризантемки начеренковала. Все, больше черенковать я в этом сезоне, наверное, не буду. Всем желаю здоровья, крепкого, мирного неба над головой. Всем пока-пока.